философские представления различные. Я думаю, что у каждого даже есть представление. Мы живем в такое время, что не определены эти понятия. Например, мы скажем, слово произнесем «совершенство». Зададим вопрос публике, вот большой публике, не только этой. Хотите достичь совершенства? Все скажут, конечно. Ну, кто откажет? А теперь спросим следующий вопрос. А что такое совершенство? Ну, вряд ли кто-то может точно ответить на этот вопрос. Мы не знаем. Точно не знаем. То есть не определить счета. И эта точка отсчета, конечно же, это, ну, я не могу определить, но я чувствую, что что-то должно быть, к чему нужно стремиться, куда нужно идти. Вот как бы есть такая точка отсчета неопределенная, все же инстинктивно мы стремимся к чему-то неизведанному, вот запредельному. Это называется вера. Это то, что нас всех объединяет. Какая-то вера есть у каждого человека во что должен верить, иначе не будет продвижения. И вот представьте, есть праведные поступки, есть неправедные поступки, есть смешанные поступки, невежественные. Я могу не знать, что это плохо, но сделать по неведению, по невежеству. То есть я не намеренно это сделал, но так получилось. Ну, какая-то смешанная карма. И вот и получаю в жизни то счастье, то несчастье, то что-то смешанное. Замечали, да? Смешанное означает, что это и счастьем назвать нельзя, и несчастьем тоже назвать нельзя. Какая-то рутина, какая-то привычная, обыденная жизнь, которая тоже как-то, ну почему, зачем? Какого-то смысла большого не имеет. Это смешанная карма. Но если мы совершили какой-то поступок в прошлом, очень возвышенный, к нам на самом деле может постучаться в дверь счастья. Вот то, что мы называем с вами счастьем, вот на самом деле такое вдохновение можно почувствовать. Ну, обычно это какая-то личность. Мы ждем какую-то личность, кто принесет нам счастье. Вроде бы уже нашли какую-то личность. Уже ждем от кого-то счастья. Оно все не появляется, не появляется и не увеличивается. А как-то, знаете, вот опять превращается в простую, обычную вещь, в смешанную. Почему? А нужно еще знать, как общаться с счастьем. Представьте, что дверь сейчас постучалась, открывайте, а там свет такой, счастье пришло, знаете, такое ослепительное счастье входит в зал. Что с ним делать? Как вы думаете, вы куда пригласите? В какое место и соответствует этому счастью, вот такому великому счастью? Где вот это место в моей жизни? Есть такое место? Я сразу подумаю о своей квартире, я там не убрал вообще. На кухне осталась грязная посуда. Я как-то близко не могу подойти, потому что я вспотел и жарко. Мне как-то неудобно даже показываться, да, перед таким сиянием. Я как-то вот не соответствую. А мне нужно соответствующее счастье, которое пахнет так же, как и я, потеть так же, как и я, выглядит примерно так же, как и я. Что если слишком большая разница, я буду смущен. И веды говорят, что есть в этом смысле несчастье природное. То есть вы ничего плохого не делаете, просто неприязнь природная уже есть между красивым и некрасивым. Некрасивый, очень некрасивый, не любит общаться с очень красивым. Ученый человек и глупец недолюбливают друг друга. Богатый и бедный близко не общаются. Смотрите, вроде бы и вражды нет, да? А вот есть уже в природе такая вещь, как кошка и собака. Почему они грызутся? Почему? Ну, зачем? Ну, природа. Причины нет. Вот в каком мире мы с вами живем вкратце. Он, может быть, сложнее устроен. Проанализировать не представляется возможным досконально. Но принцип понятен. Что посеешь, что пожнешь. Понятная вещь каждому человеку. Именно по этой причине, чтобы оторваться от этой причинно-следственной связи, в которой я живу и создал этот мир, запутанный и уже сам запутался, в прошлом мудрецы уходили в отшельничество, в уединение. И когда они так же вот годами, они занимаются какой-то деятельностью ради плодов, чтобы
зарабатывают деньги, не поддерживают семью, они в отшельничестве находятся, они пытаются постичь суть бытия. Именно когда вы не работаете, не связаны с какой-то материальной деятельностью, вы начинаете мыслить глубже. Да, факт. Но сегодня это не представляется возможным для нас. Мы не можем сейчас уйти в отшельничество. Но не представляется возможным. Может быть, кто-то и пытается, я видел таких людей, попытки видел, неудачные все практически. Это редкие попытки, удачные, сразу же там строят монастыри или храмы какие-то, там что сделал какой-то отшельник великий, святой, там видел Бога, понимаете, это исключение из правил сегодня. Это не правило. Мы не готовы к такому пути. У нас работа, у нас деньги, у нас квартира, у нас платить счета, у нас дети, у нас много обязанностей, у нас много болезней даже, знаете, мы уже не с того теста слеплены, мы там заболеем, там, зиму не переживем в пещере, правда же? Ну вы согласны, в пещеру хотите, нет? И лучше все-таки в квартире остаться на зиму, хотя бы на зиму. Ну, то есть практичнее быть. Мы не можем принять такой образ жизни. Хорошо. А что же дальше? И даже это не решает всех проблем. Хорошо. Я понял, что есть совершенство, есть абсолютная истина, есть душа, есть там Бог, сверхдуша, все это. Я могу в отшельничестве прийти к этому пониманию, коснуться этой истины, пережить опыт какой-то. А вот что с этим делать и как жить, я не знаю на этом уровне. Поэтому все эти великие отшельники, великие мыслители, монахи, или как, моно, значит, муни, мудрецы, мыслители, они приходят к этому выводу. Я знаю теперь, что я ничего не знаю. Как жить-то, я не знаю. Теоретически я уже как бы познал много и предчувствую, что совершенство где-то близко, но я не знаю, как с этим быть, что делать дальше. Практически. Они не практичны. Диоген жил в бочке, допустим. Они не практичны. Если вы ходите в монастырь, вы так жизнь не измените мира. Может быть, сейчас в монастырях много людей живет. Не так много, но живут, которые пытаются тоже познать что-то внутри себя. Ну, а нам-то какая польза от этого, мы говорим? Они живут своей жизнью, мы друг друга даже не знаем, мы не общаемся. Вот такой разрыв, видите, получается, духовности. В этом смысле. Поэтому, когда человек исчерпал свои мыслительные способности, он переходит к следующему этапу, если он, конечно же, учится. Не перестает учиться, он ищет следующие способы. И он переходит к медитации. То, что видели сегодня, это вот уже практика медитации. Это выше обычных размышлений. Чтобы познать философский мир, нужно много знать терминов, языков. Одним языком вы не сможете все понять. Еще есть язык санскрит, есть арабский, персидский язык. Язык есть ветра, есть язык моря, есть язык животных. Знаете, есть много языков в мире, которые нужно понимать, чтобы познать мир. Это гьяни называется, джнана или знание мы говорим. Это санскрит, джнана, знание. Путь знания, сложный очень. Но медитация значит, что вы из этого всего конгломерата знаний выбираете главную вещь, одну только. Явасаятмика, Бутир, Экеха Куру Нандана. Одно выбери, главное, от чего все остальное зависит. И это медитация, думай только об этом. Все, книги можешь выбросить все в колодец. Если ты на этом уровне, не спешите, хорошо? Книги выбрасывать в колодец. Пока. И если вы на таком уровне, вы просто можете через медитацию познавать изнутри сердца. Потому что внутри сердца находится сверхдуша, параматма, именно источник памяти, знания и забвения. У нас в природе вещей есть кладезь знания внутри. Мы интуитивно понимаем это. Ну как понимаем? Ну вот мы же оцениваем. Даже ученого человека можем оценить, талантливого человека можем оценить. Вот что хорошо. Просто не можем повторить, выразить. А внутри оценку мы можем дать. Почувствовать можем истину, да? Может быть, у меня нет какого-то таланта музыкального, но я могу оценить красивую музыку. Я могу быть ценителем искусства, ценителем философии, ценителем красоты, ценителем культуры. Потому что внутри это есть у каждого человека. Поэтому мы советуемся с людьми друг с другом и обогащаемся знанием тоже. И медитация. Медитация означает, что увидели вот
звезду в небе, например, и задумались, а есть ли там жизнь? И какая там жизнь? А если есть? Случалось такое с вами? И так задумались, что аж до утра. Вот это медитация. Значит, вы впали в какое-то состояние, даже не заметили времени, то есть глубоко пережили. И что самое удивительное, если вы так глубоко погрузитесь вот в эту тему, которую вы затронули, да, в своем сердце, открыли в себе это, можете ответить на вопрос из сердца, получить ответ. Вы знаете, что там есть жизнь, если способны медитировать. Вы понимаете друг друга очень хорошо, если умеете медитировать, быть внимательным друг к другу по-настоящему. Леонардо да Винчи пишет «Тайную вечерю», роспись, фреску. Биограф описывает. В течение одной или двух недель мастер не ест, не пьет и не спит. Что? Забывает об этом. И мы до сих пор смотрим и видим, какие образы, какая психология. А? Он как бы это все видел сердцем изнутри. Это называется медитация. Медитация — это не абстрактная какая-то вот искусственная медитация. Вы открываете там жизнь, отношения. Это медитация. Например, в этой жизни, вот мы просто живем, мы тоже медитируем. Человек всегда на что-то медитирует. Эта склонность есть у всех. Мать всегда помнит о своих детях. Постоянно, круглые сутки. Невозможно забыть. Любовь нас связывает, мы постоянно ради этого живем, ради этого работаем, ради этого миримся и ссоримся, воюем, сражаемся, ради только того, чтобы вот, потому что мы думаем о чем-то очень важном и ценном. А вот этой вот связи, живой связи, да, йога. Для него, для этого человека мы одеваемся, для этого человека мы работаем, для этого человека мы меняем свои привычки. Для кого-то мы живем, смотрите, мы для кого-то живем, мы не живем сами по себе. Один мой знакомый друг, он вышел книги распространять на улицу, показать людям Бхагавад-гиту, предложить. Ну, хорошая практика. Я тоже когда-то этим занимался. Прям выходите, выходите на улицу, берете книгу и представляете людям. Вот, вы же разумный человек, видно по глазам вот для вас. Посмотрите, тут и санскрит, это очень древняя литература. Тут все виды йоги описываются о совершенстве. О мире, о времени, о сверхдуше, о душе. И человек, да, и прямо на улице. Говорит, хорошо, спасибо. А вот один мой такой знакомый вышел на улицу, а он опытный в этом плане. Он просто, знаете, он на улице не книги продает, а как бы танцует просто. Он с людьми общается, он такой, знаете, все забывают, что он что-то там продает. Он не продает, он распространяет какое-то счастье. У него он настолько счастлив, когда это делает. Что забывает обо всем, медитация тоже. Что он понимает, что он держит в руках. И вдруг видит человека, мужчину плачет на улице. Прям слезы текут. Он нормальный, адекватный вроде бы человек, он сумасшедший. Достаточно молодой, красивый, хорошо одетый. И он, у него какое-то потрясение. Он сразу к нему говорит, послушайте, вот вам трудно, я вижу, вы расстроены, но вот книга, она вам поможет. Возьмите, посмотрите. Может быть, приобретете? Он говорит, слушай, ну не до книги мне, не приставай ко мне. Мне сейчас ничего не поможет. Не, ну хотя бы скажи, что с тобой? Что случилось? Может, на самом деле я могу чем-то помочь? Хорошо. Я закончил школу с отличием. Я поступил в институт. Закончил блестяще. Мне дали хорошее назначение, я получил хорошую должность. Я сделал хорошую карьеру. У меня хорошая зарплата, у меня хорошая квартира. Я все это делал для своей мамы. Она этого хотела. А вчера моя мама умерла. Я теперь не знаю, зачем я все это делал. Я для кого-то живу. Смотрите, вот она медитация. Она связывает меня с кем-то, кто мне очень дорог. Она естественная медитация.
Это не так, что она только в пещере где-то, возможно, она проявляется в отношениях. И когда вы достигаете божественных отношений с Богом, это кульминация этой медитации. Делайте все живое, связано с высшим сознанием, с высшей волей, с высшим разумом, с высшей красотой. А разве не так? Разве мы не связаны с высшей красотой? Все хотят красоты. Все хотят знания, все хотят богатства, все хотят могущества. Это энергия, говорит, божественная энергия, в котором нет конца и края. Представьте, красоте нет конца и края, знанию нет конца и края, могуществу нет конца и края. И вот с этим мы должны быть связаны. Не с ограниченной красотой, не с ограниченным знанием, не с ограниченной силой, которая кончается, постепенно истощается с течением времени, а с безграничным источником. И вот это есть кульминация медитации. Теперь давайте поговорим, как же все-таки это практически? Какие-то тоже вещи запредельные, казалось бы, да, но... А практика очень простая. Все гениально, ну, просто очень. Ну, доступно каждому ребенку и любому человеку. То есть мы предназначены для песен и танцев. Но с Богом. Вот и вся разница. Вот тут и начинается медитация. Бхава. Бхава. Хозяин собаки ходил вместе с собакой в клуб йоги. И там он садился в лотос, какие-то там асаны практиковал, пранаямой занимался, то есть он практиковал, и собака сидела и тоже как бы вот подражала так же, лапы так складывала, знаете, так смотрела на хозяина преданно, так, и с дыханием так же работала. Он не обучал ее. Этот феномен был описан в средствах массовой информации, когда-то прочитал об этом. И он научился менять ритм сердца. При помощи йогической практики он можно было увидеть, что пульс его раз где-то останавливается. Он мог это сознательно делать или включать его обратно. Я одного человека такого встречал. Он протягивал мне руку. Говорит, чувствуешь пульс? Сейчас его не будет. Немножко задумывался, и пульс пропадал. Я сам был свидетелем этого. То есть он мог замедлять удары сердца, и это означает, что впадал в некое иное состояние, сознание, из которого он видел уже мир немножко по-другому. Ритмы же, мы в ритме воспринимаем мир, в ритмах, в своих ритмах. Уже насекомая, муха или мышь, у которой 300 ударов в минуту, уже по-другому воспринимает мир, в других ритмах. Как летает муха? Там другая реакция, другие, она все успевает это все, понимаете, воспринимать. У микроба несколько часов жизни, для него это 100 лет. У нас свои 100 лет, у Вселенной свои 100 лет. То есть, и вот эта собака, этот... Собака научилась замедлять ритм сердца. Взяли ее пульс. На лапе прощупали. Не знаю, есть ли там пульс у собаки. Я придумал сейчас это. Ну так или иначе, когда прислушались, что она тоже впадала в этот транс, научилась вместе с хозяином, пожалуйста. Вот вам медитация. Собака медитирует на хозяина и становится похожа на хозяина. Замечали, что все собаки похожи на хозяина? Но если хозяин медитирует на собаку, он становится похожим на собаку. С кем-то ведешься, от того наберешься, ты общаешься близко. То есть это, видите, не безобидная вещь. Если мы общаемся с глупцами, мы тоже перенимаем такой стиль жизни. Глупый, бестолковый, Мальборо. А зачем ты куришь? Да не зачем, просто так. Глупость. Просто глупость. Но она обладает силой. Вы потом не можете оставить эту дурную привычку. Видели людей, которые что-то там такое делают? Вот так, глаза тупые такие. Потом не уходят куда-то. Это медитация у них, понимаете? Глубоко задумался, закурил. Нет, отупел просто, потому что никотин проникает в кровь, кислород весь крадет и тупеет человек. Вам кажется глубокомысленным. Ну, в советских фильмах, что если показать нужно, что человек о чем-то думает серьезно, нужно показать перед ним вот пепельницу с окурками, он курит. Вот столько, вот видите, сколько, как, сколько размышлений. А если смысл жизни ищет, понимаете, то он уже с бутылкой водки. Это мучительный поиск смысла жизни, понимаете?
Он пьяный постоянно, ему нужно понять, зачем я живу вообще. Вот, вот так вот мы это видим внешне, видите, вот такая тоже медитация, если это глупости. Мы принимаем стиль жизни глупости, которые не объясняем и не нужно объяснять спонтанно, да, спонтанно. До спонтанного уровня нужно дорасти, нужно очистить сердце, говорит в советах. Не живите спонтанно по собственной прихоти, пока сердце не очищено, потому что все эти семена нашей нечистоты прорастут. Мы можем стать хуже с вами, вот в чем дело. И почти никаких усилий для прикладывать не нужно, ну, просто дать волю своим чувствам. Давайте пройдем эксперимент с нашим умом сейчас. Давайте отпустим его на свободу. В уме делай, что хочешь, говори, что хочешь, иди, куда пожелаешь. Проводили такой эксперимент? Ну, когда мы работаем, домашние обязанности, мы ум сосредоточен на обязанностях, и как бы вот это помогает нам быть человеком. Внутренне. Наши обязанности влияют на наше умонастроение. Это хорошо. Поэтому, говорят, нужно работать, нужно семью, нужно дисциплину, нужно встать по утрам, чистить зубы, нужно делать все правильно. Тогда и в уме будет тоже все правильно. А праздную мастерская дьявола, если ты вот ничего не делаешь, в ум полезут уже другие мысли. Поэтому нужно быть занят полезной деятельностью. Каждый человек. Это воспитание. Иначе праздную мастерская дьявола, так говорится. Давайте сегодня проведем такой эксперимент. Отпускаем свой ум на свободу. Куда он сейчас пойдет? Ну, пока никуда вроде не пошел. На море пошел. На море уже пошел, в смысле, уже пошел на море. А там тепло, правда, на море? Там пляж. Ум раздевается догола, правда? Видите, куда он идет? Не на море. Всем известным мудрецам. Это называется пхава врожденная. Сексуальная пхава, он туда пойдет. У меня один человек, который разводит коров, опытный, он рассказывал об этом, что на быках можно пахать. Они хорошо работают, быки, они любят. Понимают 6 команд, налево-направо, назад, то есть можно обучать их. Они хорошо, им нравится тянуть этот плуг, знаете, они потом такие счастливые, когда поработают быки. Но если во время вот сезона определенного года он увидит корову где-нибудь, вы ничего не сделаете, никакая палка не поможет. Он просто туда идет, вот если забор впереди, он просто идет туда, понимаете, и забора нет, и он просто идет к корове, и все. Называется Митхунья Пхава, которая владеет нашим умом и чувствами сегодня. Поэтому, чтобы не уводить нас кто к этой корове, кто к другой корове, кто к третьей корове, чтобы не вести такую беспутную, беспорядочную жизнь, есть долг в нашей жизни. Вот работа, семья, верность, брак, обеты, обещания и так далее. Вот мы вот должны как бы знать об этом все. Но когда сердце очищается через медитацию на божественное, человек обретает свободу. Иди куда хочешь. Думай и говори о чем хочешь и делай что хочешь. Ты никакого вреда никому не причинишь, потому что это высочайшее нравственность. Если достигаете этого уровня, обретаете полную свободу. Называется регулирующие принципы свободы. Парадокс. Регулирующие принципы и свобода. Как это? Если вы соблюдаете закон государства, вы свободный человек. А если вы живете по собственной прихоти, нарушая законы государства, тюрьма. Так где же свобода? В следовании законам или в противоречии закону? Есть законы божественные. Вот это мы должны осмыслить при помощи медитации. Закон в сердце находится. Это очень просто. Например, не убий. Закон. Давайте каждого спросим здесь. Хочешь, чтобы тебя убили? Давай тебя убьем сегодня. Скажите нет. Ваше сердце скажет, не надо насилия. Ахимса, правильно. Видите, мы же понимаем это по отношению к себе, все заповеди. Не лги, да, меня не обманывай, пожалуйста. Меня не надо обманывать, правильно, вот, заповедь, знаешь. Не прелюбодействуй, не изменяй мне, правильно. По отношению ко мне все заповеди правильно, видите. По отношению к другим не знаю. А по отношению ко мне все правильно в Библии написано. Ну а по отношению к другим я не знаю. Если это чужой человек, можно обмануть, можно убить, знаете. Если это животное, тем более. Видите, как мы рассуждаем. В свою пользу мы принимаем все священные заповеди. Жизнь моя священна, мы говорим.
Теперь нужно осознать, что так думает каждый человек, что жизнь каждого человека священна, если даже он не является каким-то выдающимся человеком. Потенциально он тоже душа, он тоже частичка Бога. Вот эта медитация на личность Бога, для которого мы живем, для которого мы работаем, для которого мы дышим, для которого мы образовываем семьи, государства. Если мы думаем о Боге, когда мы действуем, то все божественные энергии проходят через нас в этот мир и обогащают его знанием, красотой, богатством. Знаете, что описывается в Пуранах? Когда-то было такое управление миром. В давние эпохи, не в нашу эпоху, наша эпоха другая, в другие эпохи были императоры, которые являлись представителями Бога. Они управляли не людьми, Раджей, всей жизненной силой в совокупности планеты. Вот как они делали. Они понимали предназначение каждого живого существа, каждого вида. И в итоге, говорится, Земля, планета давала все необходимое человеку сама. Сегодня, чтобы вырастить какую-то культуру на Земле, нужно много усилий. Нужно удобрение, химические удобрения, нужно от паразитов это все, знаете, это сложная вещь. А сорняк растет, смотрите, сколько угодно. В другом качестве растения сильны. В гуне благости слабые. Чуть что, они уже болеют. Чуть что, какая-то тля или колорадский жук. Сколько врагов появляется у нашей культуры. Если вы что-то хорошее хотите делать, сразу же столкнетесь с трудностями. Сразу же, наш век. Потому что низшие гуны сильнее, очень сильные. И добро не организовано. У нас есть у каждого какое-то добро, но оно не организовано. А жадность хорошо организована, а зависть хорошо организована. Знаете об этом? Так, сказано было, что... Что такое капитализм? Организованная жадность. А что такое коммунизм? Организованная зависть. Видите, как все организовывается? Целые формации организовываются из этих качеств. Но веда говорит, это низшие качества. И когда мы медитируем через жадность, через зависть, получается вот такой как бы результат в мире. Результат нашей медитации, нашего умонастроения. Видите, самое важное – это умонастроение. Вот нож в руке домохозяйки, нож в руках убийцы. Один и тот же нож, предмет. Но разное умонастроение дух людей. И смотрите, а какая гигантская разница между этим явлением. Нож в руке. Несоизмеримая разница, видите. Умонастроение определяет все. Поэтому для ума предписана медитация на высшие истины. На самое чистое, на самое прекрасное, на самое возвышенное. И что же это такое? Имя Бога. В этом мире это имя Бога. Тут тайна эзотерическая, глубокая заложена. Может быть, я начну сейчас с другого момента. Если мы с вами умножим человеческое счастье нашей жизни в 100 раз, ну, какое-то счастье есть у нас, погода хорошая, там, отдых, ну, что мы считаем хорошо в жизни, давайте умножим это в 100 раз. Это будет счастье на райских планетах. Так живут живые существа в раю. В 100 раз увеличивать. Если вы умножите в 100 раз счастье райского мира, это будут высшие планеты, такие как Махар-лока, Джана-лока, Тапа-лока, Сидха-лока. Это выше рай еще. Там наслаждаются еще глубже. Если вы умножите счастье Махар-локи в 100 раз, вы попадете на Брахма-локу. На высшую планету Вселенной. Вы будете жить там, если достигнете этого счастья через практику. Если вы умножите в 100 раз счастье Брахмалоки, вот уже вне всякого нашего воображения, вы достигаете некого представления о Боге. Некого представления о Боге. Если вы повторяете имя Вселенского Бога, кто имеет отношение к Вселенной, 1000 раз.
Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, их начетко повторяют, это медитация, то в этом звуке присутствует Вседержитель, вся эта сила поддерживающая. Видите, нет разницы между Богом, Его именем, формой, качествами. Он абсолютен. У нас мы не абсолютны, мы в двойственности, у нас есть разница. Между моим телом и душой разница есть. Между Его телом и душой разницы нет. Нет разницы между Его взглядом, движением, мыслью, словом, телом, частью тела. Все абсолютно совершенно в Нем. И между Его именем и им самим никакой разницы нет. Вот какая тайна. Поэтому говорится, в суе не повторяй имя Бога. Будь осторожен. Там присутствует Верховный непосредственно. Прямо в звуке. Называется шабда-аватар. Шабда — это звук. Аватар — нисхождение. И когда солнце светит, все проясняется, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто и прочее. Также, когда аватар нисходит на землю, устанавливается истинное духовное знание. В его присутствии невозможно что-то исказить, как при свете солнца. И точно так же, когда, если мы искренне повторяем имя Бога, мы уже больше не можем делать дурные вещи. Совесть пробуждается изнутри. Не позволяй. Ведь у каждого человека есть контроль изнутри, самоконтроль, общение, взаимоотношения с Богом. И как пробуждается? Через воспевание, медитацию на имена Бога. Их много. В исламе их 99, но есть, говорит, и сота, не раскрытое имя, познав которое человек будет творить чудеса. Чудеса творят уже именем Бога и так. Болезни исцеляют, духов выгоняют, там еще какие-то вещи. Есть такие специалисты. Это все имени Бога делается. К несчастью, имени Бога иногда делают злые вещи, плохие вещи. Не рекомендовано Священное Писание. Но мы сегодня об этом не будем говорить, об отклонениях. Мы говорим о чистой практике. Я однажды попросил в Алма-Ате, чтобы мне принесли список 99 имен Аллаха с переводом. Хотел взглянуть, что же это за имена. Я где-то около 2 часов просидел, читал их с переводом. Там много близких синонимов, как выяснилось. Это был потрясающий опыт. Была потрясающая медитация. На какое имя Бога медитируете, такое качество приобретаете. Представляете, что происходит? Трансформация. Вы, ваш дух, ваши чувства возвышаются, что вы соприкасаетесь с абсолютной истиной, что там столько качеств, столько имен, и все они трансцендентные, все они великолепны, они ослепительные. Там нет недостатков, там нет это низшие гуны невежества, или страсти, ни жадности, ни зависти. Это такая свобода, такие океаны блаженства. В именах Бога. И если вы 1000 раз принесете Шри Вишну, 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 это будет равносильно по могуществу и силе, если вы 3 раза скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам. 1000 имен Вишну в имени Рама. Я потом поясню, почему отличаются такие имена. Есть целая наука описанная, трактат, называется «Нама-татва». «Нама» значит «имя». Философия имени Бога объясняется. Это целая наука, практика, описанная мудрецами. Это все описывает «Нама-татва». Я вкратце сейчас говорю об этом. Если вы 3 раза принесете «Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам» чисто, по могуществу равно 1 имени Кришны. Имена делятся на 2 категории. У нас тоже аналогично, отраженно, похоже. Есть имена вторичные и первичные. Вторичные имена относятся к нашей деятельности. Я могу сказать, что я профессор или писатель. Тоже мне можно так обратиться и откликнуться. Я гражданин. Это вторичные мои имена. Они применимы почти практически каждому живому существу. В чем-то мы творцы, в чем-то мы судьи, Бог творец, Бог судья. Это вторичное его имя. И мы тоже имеем что-то подобное. Если скажу гражданин, гражданка, и вы услышите, и можете откликнуться. А может, подумайте, к вам это лично не относится тоже. Это вторичное. Должности, господин директор, или замдиректор, или
рабочий, мы говорим. Указывает на наше положение в обществе. И вот Бог судья, говорится, Бог творец, Он справедлив, Он милосерд, Он уже прощает наши грехи. Он творит этот мир. Вот, вот все эти имена есть. И в Ведах, и в Библии, и в Коране найдете подобные имена. А вот первичные имена — это секрет. Не каждому открыта эта татва. Она скрывается где-то. Почему? Из-за метхуни бхавы. Пока есть вожделение в сердце, эти имена не раскрываются. Почему? Они интимны. У себя дома он не творец, не судья. Он возлюбленный. Он все прекрасный. У себя дома. Там нет творения, там нет, там вечный мир. Там нет такого понятия, как творение. Творение означает, что есть начало, есть конец. Как материальный мир. Он имеет начало, имеет конец. Любое живое существо имеет свое начало и конец. Мы живем во вторичном мире, где вторичные имена, где много есть рождений и смертей, где есть причинно-следственная связь, за все нужно отвечать, это вторичная наша природа. А первичная наша природа вечна, как у него. Мы же его частички. Мы его возлюбленные чада, говорится, так говорят еще. Мы его наследники. Один нищий, несчастный человек, пришел даже к астрологу и сказал, можешь мне сказать, почему я так страдаю? Посмотри на гороскоп. Я устал от жизни вообще. Астролога звали Сарвагья. Значит, знает все. Прошлое, настоящее, будущее. Сильный астролог. Он взял его гороскоп, посмотрел и удивился. А я не знаю, почему ты страдаешь. Похоже, только по собственной глупости. Дело в том, что у тебя в гороскопе очень богатый отец. У тебя наследство, знаешь, какое? Безграничное наследство. Но дело в том, что ты родился-то на чужбине, отца никогда не видел. И думаешь о себе, как о нищем. Вот в каком ты проблеме. Да, как мне найти отца теперь? Как мне получить наследство? Это аллегорическая история. И там Сарвагья, этот мудрец, говорит, что есть четыре направления поиска. Север, юг, запад, восток. Вот я тебя сейчас ориентирую. Не ходи на юг. Там тебя будут жалить до смерти пчелы. Не ходи на запад. Там тебя убьет злой якша, дух. Не ищи на севере, там тебя проглотит огромный змей. Ищи на востоке, там твое богатство. Это аллегорическая история. Юг олицетворяет кармическую деятельность, где люди работают, работают, чтобы наслаждаться плодами труда. Это подобно тому, как медведь наслаждается медом. Найдет в лесу мед. О, повезло. Начинает есть, и при этом его жалят пчелы. Он даже не может по-настоящему наслаждаться, потому что ему беспокойство его не оставляют никогда. Думаете, почему мы сейчас так живем, что нужно закрывать там двери на замки, там, знаете, прятаться? Потому что много беспокойств. Не можем наслаждаться. Хорошо, закрылись, а тут дети орут. Или жена спорит. Тоже. Кругом беспокойство. Хорошо, всех выгоню, дай один отдохну. Скука. Вот какая жизнь вообще. Не ходи в эту сторону, говорится. Беспокойство тебя никогда не оставит. Если будешь думать о работе и деньгах, никогда покой не придет. Пойдешь на запад, запад означает умственные измышления. Запад — это что-то придумывает новенькое. Новая модель машины, новая мода, новая одежда, новые там туфли, там new. Все старое, забытое просто. Это тоже та же самая выгода, только уже под другой маркой. И выдумывают новые философии, новые системы йоги, новое образование, новую историю переписывают заново. Да, не понравилось, переделывают все. Это западный мир. Направление запада. Не ходи туда, тебя убьет собственный ум. Якша злой. Где он? Мой ум, мой враг, может быть, видите? Горе от ума, может быть. Ты будешь придумывать какие-то новые концепции,
это станет твоим падением. Ты будешь ценить свои выдумки вместо истины. Ты подменишь в твой собственный ум, в твой враг, кажется. Если ты пойдешь на север, это место имперсональной медитации. Ты там растворишься, исчезнешь как личность, как индивидуал, погибнешь. Потому что растворение означает гибель индивидуальности. Нирвана. Называется нирвана или шуя. Станешь пустотой в итоге. Туда тоже не ходи. Иди на восток. Там ты узнаешь о своих вечных отношениях с твоим богатым отцом. Вот и все. Это знание принес Иисус Христос еще в свое время, знаете, в притчах, где Он Бога все называет твоим отцом. Вот такое сравнение дается. Потому что нам это как-то близко и понятно в нашем земном измерении. Отец, мать — это что-то близкое, дорогое, любящее, защищающее нас. Он рассказывает притчу об отце и сыне, о блудном сыне, помните? Он рассказывает эту притчу людям, эти несчастные люди, они плачут. Они начинают понимать, что Бог сострадателем, и Он личность. И мы не чужие друг другу, у нас одна духовная природа. Нас отделяет вот это вот материальное воплощение, отождествление с этой плотью, временной, распадающейся на части постоянно. Через обмен веществ. И отец, и сын, возник конфликт, этот сын блудный, он ушел из дома. Решил жить независимо от отца. И там столько несчастья он пережил, описывается в этой истории. Дошел до крайней нищеты, до такой нужды, что же мечтал о помоях, чтобы поесть. Вот который свиньям дают. Даже мечтал об этом, и даже этого ему не давали. И он подумал: пойду к отцу. Может, не выгоднее. Может, все-таки как-то поможет мне. Но нет другого выхода. И с тяжелым сердцем, с великими сомнениями и страхом он пошел обратно в дом к отцу. И удивился, как отец увидел его еще издалека. И так обрадовался, и бежал навстречу, и руки распростер, и обнимал его, и целовал его в этом рубище несчастного, грязного, больного. И праздник заказал, говорит, пригласил весь народ. Сын вернулся ко мне. Сын вернулся ко мне. Приходите все, я буду угощать всех. Это великий праздник. И его послушные сыновья сказали: отец, ну как же, где же справедливость? Мы с тобой при тебе, твою волю исполняем, тебе служим. Ты для нас ни разу такого праздника не устроил. А этот блудный сын, негодяй, вернулся, и ты для него праздник устроил. Вот вы всегда при мне, и все мое богатство при вас тоже. А вот этот сын умер и воскрес. Ушел и вернулся. Большая разница. Большое счастье. Вот такие притчи рассказал Иисус Христос о личности Бога. Но не раскрывает эту личность Бога. Говорит об Отце. Веды говорят: этого недостаточно. Давайте пойдем дальше. Этого недостаточно. Почему отцом? А потому что у отца мы выпрашиваем что-то. В общем, дай то, дай это. Ребенок все подходит: папа, папа, зачем пришел? А вот мне нужно что-то, дай мне это, дай деньги. Папа уже знает, ребенок идет, он уже в карман. Нужны какие-то деньги, на, иди. А зачем он еще придет к отцу? Иногда он на эти деньги купит, конечно, ему подарок тоже, на его же деньги тоже. Сын, отец, понятно. А в духовном мире, в том первичном мире, никто не знает его как отца, но как возлюбленного. И все исполняют его желания. Все наоборот. Если мы хотим познать его первичный мир, царство Бога, мы должны так же поступать. Эта атмосфера пробудится, это счастье, увеличенное в сотни тысяч раз, мы тоже имеем. Вот это медитация. Вот для этого мы воспеваем именно Бога. Конечно, чтобы их воспевать правильно, да, это целая наука, меняется образ жизни. Мы настраиваем этот инструмент, человеческое тело. Нужно учиться рано вставать, нужно знать, какую пищу принимать.
То есть образ жизни соответствующий, как ему угодно мы делаем. Когда в сочетании с образом жизни, с знанием, с определенной практикой, мы видим, что этот процесс чрезвычайно могущественный. Но не отличается от обычных чувственных наслаждений этого мира, песни и танцы. Можно просто петь и танцевать, оказывается. И внешне это не отличается. Это даже как праздник, как чувственное наслаждение похоже. Но другое уже чувственное наслаждение, совсем по-другому. Не органы чувств, а счастье проникает в сердце. Обезоруживает ваши чувства и ум. Останавливает. То есть остановка ума называется самадхи. Чтобы остановить ум, нужно заниматься аштанга-йогой, знаете, годы, непрерывно. Это сложно, сложно в наших условиях. Но чтобы остановить ум в практике бхакти-йоги при помощи мантры медитации, ну, достаточно иметь опыт, ну, нескольких минут практики. Бывает такое. Сегодня мы хотим провести такую медитацию коллективную. Это самая сильная медитация, если хотите. То есть будем воспевать Маха-мантру именно, могущественную мантру, Маха, великую мантру. И участвуем. Можете хлопать в ладоши в такт, можете подпевать громко. Если стесняетесь петь, можете просто слушать и в уме. Но процесс таков, ведущий должен вести, кирта называется, чередование. Один поет, все служат. Там все поют, один ведущий слушает. Чередуется. Должно быть чередование. Внимательно слушание, слушаем ведущего, ведущий слушает аудиторию. И нас сегодня много, возможно, что-то получится. Потому что при большом количестве эффект может быть усилен. Если мы с желанием, да, начнем, включимся в этот процесс. На это время нужно забыть, откуда мы сюда пришли. Из Белоруссии вы или из Франции, неважно. Мужчина или вы женщина, забудьте об этом. Что там в вашей семье? Не все хорошо? Давайте забудем. На полчаса хотя бы. Давайте отвлечемся от всех наших земных оценок, впечатлений, событий, памяти. В этом нам поможет Маха-мантра. Давайте этот звук используем как лодку для передвижения по реке. Пусть она плывет по этому течению. Давайте доверимся на полчаса этому процессу. Если вы будете хлопать в ладоши во время пения Харе Кришна мантры, сейчас посмотрите на ладоши, запомните линии, потому что после киртана линии изменятся. Может быть, не сразу первого киртана, но я свидетель. Все линии на ладони у меня изменились, у моей жены тоже. Можете проверить, они другие уже. Да-да, факт. Перемены будут внутренние сразу же. И вы придете домой и скажете всем своим домочадцам: «А вы были на киртане? Да вы что, в невежестве будете жить, что ли? А ну, пойдешь ли все на киртан?» Они скажут: «С ума сошел? Какой киртан? А вы не понимаете, потому что мясо жрете, а? Мясоеды такие, ты сам с нами все это ел, что ты из себя сейчас строишь, что ты тут еще?» И вы начнете вот так вот такие отношения чувствовать, что дома такое невежество вообще в вашем доме, это столько вещей ненужных, нужно все повыбрасывать, да? Телевизор в окно, там куда-то там что-то еще. Мы знали такие вещи, такие попытки были. Не торопитесь, выбрасывайте телевизор, хорошо? После киртана. Я предупреждаю. Такое может случиться с вами. Вдруг вы пойдете в транс и пойдете по городу проповедовать. Скажите: «Предайтесь Богу», босиком пойдете, знаете, всех на колени. И таких сумасшедших мы тоже видели после киртана. Я надеюсь, что здесь все равновешенные, так? Нормальные люди, да? Нужно быть нормальным человеком, разумным вполне. Потому что не впасть в какую-то вот в крайность после этого. Я беспокоюсь, видите, о последствиях. А теперь мы должны с вами попеть, так я понимаю. Готовы все? Не страшно, нет? Нет! Ну, слава Богу.
море. Чандрика, ты можешь сразу здесь. Здесь. Я буду петь простую мелодию, которую можно подпевать. Не медитируйте на мои способности вокальные. Медитируйте на мантру. Намо. Шримати Бхакти Виданта Свами.